Курчумский район является одним из крупнейших поставщиков рыбы не только в Восточно-Казахстанской области, но и на других стран наряду с экспортерами дальнего и ближнего зарубежья. Тоо Тория Тогам – одно из главных предприятий по рыбному производству. На сегодня у этой компании есть 5 рыбных участков на озере Зайсан и в Бухтарминском водохранилище. Здесь занимаются не только отловом рыбы, но и разводят мальков. В целях расширения производства в районе был разработан новый проект, в рамках которого запланировано ежегодное разведение товарной рыбы до 4000 тонн до 2030 года. Географическое расположение Курчумского района дает хорошую возможность для выполнения плана. Тоо Тория Тогам ежегодно выпускает в водоемы разные виды рыб. В основном зарублять будем карповые семейства, карповых. Вот. В этом году объем зарубления у нас составил порядка 740 тысяч экземпляров сигалеток на общую сумму 23 миллиона 800 тысяч. Для разведения мальков в Тоо Тория Тогам берут икру у бухтарминского хозяйства. Здесь ежегодно из икринок выращивают около 100 миллионов разных видов рыб. Специализированное производство делает все, чтобы реализовать очередной запуск мальков в бухтарминское водохранилище. Наша мощность уже увеличилась с 10 миллионов личинок до 100 миллионов личинок ежегодно. Это даст всплеск, это даст развитие рыбной отрасли, выполнению программы развития рыбного хозяйства 2021-2030 год. Еще дополнительно, конечно, мы внедряем технологию товарного выращивания. С увеличением государственного заказа руководство бухтарминского нерестового хозяйства в будущем планирует расширить объемы производства. Наряду с этим также будет осуществляться поставка рыбы для военнослужащих. Куаныш Амантайлы, Максат Нахметов, Алтай Ахпарат.